Благодаря заботе нашедшей ее бабы Таси, Лили наконец приходит в себя, но не помнит ни своего имени, ни прошлого. После того, как Алексей проводит тяжелейшую операцию разведчицы Звонаревой, его представляют к ордену Красной Звезды. А Лена читает стихи в госпитале для раненых красноармейцев и в коридоре сталкивается с Варей. В концлагере узников готовят к перевозке в Германию. Степке вместе с другим пленным Маковским удается совершить побег. Степан и Маковский находят ночлег в деревне. Утром в дверь стучатся полицаи. Маковский и Степан оказываются в допросной гестапо. Лиля, вспомнив наконец, кто она и свое страшное прошлое, впадает в истерику. Врачи обсуждают ее состояние. После операции она никогда не сможет иметь детей.